Всем привет, с вами Карина. Решила составить топ ремейков игр 8-16-битной эпохи на PS3. Если я что-то упустила, можете написать об этом в комментариях. И на пятом месте Earthworm Jim HD. Исследуйте безумный мир, который предложит вам сумасшедший игровой процесс и множество потрясающих возможностей. Помогите червяку Джиму преодолеть всю галактику, чтобы спасти принцессу, как ее там, и сокрушить безумного пси-ворона. Научитесь управлять Джимом, используя его тело как хлыст или тарзанку. Метайте коров и летайте верхом на ракете. Побеждайте новых врагов в многопользовательском режиме с помощью 3 друзей. Четвертое место – флешбэк. Вам предстоит вжиться в роль агента ГБР Конрада Б. Харта и разоблачить заговор пришельцев, представляющий угрозу расе людей. Но прежде чем спасти человечество, вы должны будете вспомнить свое прошлое. Вас ждут отчаянные поиски файлов с фрагментами вашей памяти. Без них вам не собрать все воедино. Спустя 20 лет после запуска первой игры, Конрад возвращается на службу. Нас ждет триумфальное возвращение одного из лучших приключенческих боевиков. Флэшбэк получила новый облик от своих создателей. Третье место. Ремейк популярной игры Teenage Mutant Ninja Turtles 4 Turtles in Time, выходящий раньше на игровых автоматах и переизданный на SNES. Теперь в проекте реализована трехмерная графика, обновленная музыка и эффекты. В кооперативном режиме могут сыграть до 4 игроков одновременно. Сюжет расскажет о том, как черепашек-ниндзя отправил в прошлое их заклятый враг, Шреддер. Теперь им предстоит найти путь назад в свое время, пробираясь через множество уровней, в конце каждого из которых находится босс. Для управления атаками используется всего одна кнопка, нажатие которой приводит к выполнению комбо, уникального для каждого из героев. Также есть специальная атака, которая может убить несколько противников одним мощным ударом. Каждый из черепашек наделен своим оружием и особыми способностями, основанными на базовых характеристиках. Второе место. DuckTales Remastered. Это красочный, нарисованный вручную ремейк одной из самых милых сердцу 8-битных игр всех времен. Возвращайтесь в золотую эру видеоигр, но с таким уровнем детализации, который удовлетворит в равной мере как самых ярых поклонников диснеевских мультиков, так и фанатов ретро-игр от Capcom. Геймплей сохранил аутентичность своего 8-битного предшественника. Он все так же прост и увлекателен, с небольшими изменениями для улучшения игрового процесса и графики. Окунитесь в настоящий мир приключений DuckTales вместе со Скруджем Макдаком и его 3 племянниками – Билли, Вилли и Дилли – отправляются в путешествие по экзотическим местам в поисках 5 легендарных сокровищ. И на первом месте Prince of Persia Classic. Спасите принцессу из рук злого коварного Джафара в возрождении оригинального приключения 1989 года, изменившего жанр платформеров. В Prince of Persia Classic разработчики решили упростить поиск выхода посредством небольшой подсказки в виде бабочки, влекущей игрока ярким свечением в правильном направлении. Здесь даже предусмотрена карта уровня. Но это отнюдь не оказуаливание классики. Поклонники хардкора наверняка оценят дополнительный режим survival, где жизнь становится на вес золота, отсутствуют чекпоинты, а время сжимается до минут. Все готово к эпохе HD. Это обновленная и расширенная версия игры, дополненная новыми визуальными эффектами, дизайном внешности героев, анимацией и боевыми сценами.